Хей, всем привет, я снова рада видеть вас на моем канале. Итак, сегодня у нас будет день страсти, день любовной любви и ненавистной ненависти. Проще говоря, день лакорнов. Имейте в виду, что многие эти лакорны новиночки и только выходят, но количество серий, вышедших на момент видео, вы можете посмотреть в описании под видео. А мы начинаем! И первый наш лакорн — «Сердце на двоих» или «Зачарованное сердце» в жанре фантастика. Итак, 2000 лет назад Почера был обманут любимой, которая зачаровала его сердце и прокляла на вечное бессмертие. Бродя по свету одинокий и несчастный, Почера встречает Праомла, оптимистичную и милую художницу, ждущую трансплантацию сердца. Он уверен, что она является реинкарнацией той, кто уготовил ему такую участь, поэтому Почера похищает девушку и увозит ее на остров, чтобы наконец избавиться от проклятия. Следующий наш лакорн – «Тень любви». Итак, эта трагическая история началась, когда Пян Гван встретила богатого, но невероятно жестокого человека, заставившего ее выйти за него замуж, стремясь лишь к одному – рождению наследника. Поэтому, узнав, что она беременна, Пян Гван сбегает из золотой клетки, а когда на свет появляются близнецы, она с ужасом узнает, что один из них – мальчик. Пытаясь уберечь свое дитя от ужасной участи, она решает пойти по стопам своего отца, которого Пэн Гван ненавидит всей душой. Женщина решает растить своего сына как девочку. Так вырастают две сестры-близняшки, Май и Ае, и по воле судьбы они влюбляются в одного человека. Стоит отметить, что данная дорама разобьет ваше сердце, поэтому будьте готовы к этому. Итак, следующий наш лакорн вот только-только вышел, но актерский состав просто шикарный, поэтому не могла не посоветовать. Итак, данный лакорн является ремейком лакорна «Тигровая луна» и поведает нам он историю противостояния, любви и ревности, долгой и личной выгоды, чести и предательства. Джинари и Лалиса – сводные сестры, живут с матерью и братом Лалисы. Их отец полицейский погиб на задании, когда они были детьми. Слева девушки поступают курсантами в центр специальных расследований под руководством молодого полицейского Нона. Нон переживает трагедию, он только что потерял своего агента. Руководство центра, оценив способности Джинари, ставит ее напарником Нона. Лалиса же, тайно влюбленная в Нона, соглашается сотрудничать с конкурентом Нона. И во время охоты на банду наркоторговцев сестры сталкиваются с убийцей их отца. С этого момента жизнь Джинари круто меняется. Пережив предательство и ответив перед законом, Джинари соглашается стать его хранителем Авина, брата главы мафии. Полиция идет по следам наркоторговцев, и Джинари постоянно пересекается с Ноном и Лалисой. Нон не забыл Джинари и всегда готов оправдать и защитить ее. Развязка противостояния близка. Так кто же все-таки в этой смертельной игре на стороне правосудия, а кто вне закона? Четвертый лакорн – «Голос дождя» или «Звук любви под дождем». Да, звучит очень романтично. Итак, данный лакорн расскажет нам историю, в центре которой девушка Рарин и парень Тантай. Рарин – успешная модель, уже заработавшая себе имя, но все еще на пути к большему. Вдохновение к ней приходит во время дождя, ведь именно тогда она слышит голос принца, с которым ей хочется делиться всем. Тантай – модель и актер поневоле, он ненавидит эту работу, но вынужден зарабатывать, чтобы поддерживать жизнь дорогому человеку. Он тоже слышит прекрасный женский голос во время дождя, однако, в отличие от Рарин, ненавидит его всем сердцем. Однажды Танхай и Рарин встречаются и узнают общую тайну, связывающую их. Лакорн – «Любовь, меняющая судьбы». Тед – перспективный пилот, его карьера на взлете, а рядом всегда любящая девушка доктор Ку, которой он хочет сделать предложение. Правда, о желании самой избранницы он не особо-то и заботится. Вату – модель и актер, но слепленный славы он ввязывается в неприятности с наркоторговцами и даже готов бросить свою девушку Джинни и пуститься в бега. Однако, все меняется в одну секунду, когда после аварии парни
парни просыпаются в телах друг друга. Как быть дальше и есть ли шанс все исправить? С этим им придется разобраться сообща. Однако, чем больше они проводят времени в телах друг друга, тем сильнее они влюбляются в тех, кто им не принадлежит. И последний наш лакорн «Не бойся любить» или «Любовь любит риск». Данный лакорн расскажет нам историю об умной, образованной девушке-адвокате и ее помощнике, который всюду следует за ней уже долгие годы, в надежде завоевать неприступную красавицу. Даже теперь, когда он тоже получил юридическую степень и очаровал весь офис их юридической фирмы своей привлекательностью, даст ли она ему шанс? Или, как и прежде, в школьные годы будет избегать. Легкий романтично-комедийный лакорн, который поднимет вам настроение. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, вам понравилось данное видео. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся!